Сотрудник алпашевской полиции принимает участие в областном этапе конкурса «Народный участковый 2022». Алпашевский район представляет старший участковый уполномоченный участкового пункта полиции номер 2 Виталий Ходарев. Виталий Владимирович в следующем году отметит 20-летний юбилей работы в органах внутренних дел. В органах внутренних дел я работаю с 2003 года. Это сразу же после прихода с армии. В принципе, вопрос работать в органах внутренних дел у меня возник еще как бы в армии. И после армии я сразу же устроился в милицию, сразу же в должности участкового уполномоченного. В настоящее время работаю в должности старшего участкового уполномоченного. В ведении майора полиции находится участок, который охватывает микрорайоны Матьянга, Маслозавод, Саровское сельское поселение. На нем проживают почти 3000 человек. Чаще всего люди обращаются к участковому за решением семейно-бытовых конфликтов, выявлением и пресечением административных правонарушений. Нередко люди приходят к Виталию Ходареву и за советом, за правовой помощью. Профилактические беседы, либо консультативные беседы с гражданами. Помогаем определиться им дальнейшим выбором, как поступить в сложившейся ситуации. Главными качествами участкового Виталий Ходарев считает сдержанность и понимание по отношению к гражданам. В конкурсе «Народный участковый» майор полиции участвует второй раз. В прошлом году Виталий Владимирович занял первое место среди участковых Алпашевского района и вышел в областной финал. Участковый имеет государственные награды, а именно медаль МВД России за отличие в службе 2-3 степеней. Как отмечается в анкете участника конкурса, в ходе проведения профилактических работ с лицами, состоящими на учете в УВД, сократилось число преступлений данной категории граждан. За 8 месяцев года на административном участке Владимира Ходарева было совершено 28 преступлений, 14 раскрыты. Ознакомиться с анкетами участников областного этапа конкурса «Народный участковый» можно на сайте Управления МВД России по Томской области. Отдать свой голос за понравившегося кандидата можно, авторизировавшись в одной из предложенных соцсетей. Голосование продлится по 16 октября. По наибольшему количеству голосов определится лучший участковый уполномоченный полиции, который будет представлять Томскую область на всероссийском уровне.